Привет! Мы герои сериала «Своя команда». Угу. Настало время снимать новые серии сериала «Своя команда». Где же будут происходить съемки новых серий? Или... Мавритания. Может быть... Ирак. Или... Юкон. Территория Юкон в Канаде. А может быть... Никарагве. Где же съемки сериала новой серии? Тоже... Привет! Я Марио! Я ваш фанат! У меня есть в руках баскетбольный мяч! Я тоже тренируюсь! Я всех своих друзей тренирую, чтобы с вами сразиться в матче века! И я других звал! Уиджи сказал! Так, кукутики. Так. Я кукутик-девочка. Ты знаешь, как говорит корова? Ух ты, как классно. А что ты еще знаешь, девочка? Все знаю. Я даже царевну знаю. Да. И я знаю, как звучат разные музыкальные инструменты. Например, я знаю, как звучит... Ну, угадайте, кто это? Виолончель? Нет, гитара! Ну, угадайте, что это? А, это я, да, это дудка. Не совсем, это обои. Ух ты. Ну, а это угадайте. Во, это дудочка. Нет, это флейта. Ах, сколько вам еще много учиться. А то играете свой баскетбол и ничего больше не знаете вокруг. На музыкальных инструментах можно такие классные песни сыграть, как, например, вот. Ух ты! Ну вот. Рассказали. Так. Фей из Баттербинс кафе. Ох, какие девочки интересные. Ну что, девочки, как мы сможем им помочь? С латышской азбукой. Да? Кто же из нас умеет латышскую азбуку? Маленькая фея. Я... Ну, давай, попробуем. Мотоцикл. Эх, погонять бы мотоцикл. Нет, 5 часов тренировка. Ну вот, тренер не дает. Из коса. Ой, к бабушке поехать в деревню, траву покосить. Нет, 5 часов тренировка. Ух, это тренер. Ягненок. Вау, у бабушки там ягнята есть. Я сказал, 5 часов тренировка. Нота. Так, никаких музык, ясно? Баскетбол, тренировка. У нас новые серии снимаются скоро, а вы тут размечтались. Команда Умизуми. О, Умизуми, привет, ребята. Так, вы прямиком можете поехать в гости. Барбоскинам. Уже Роза пел про белые ромашки. Белые ромашки. Ну, может этот спортсмен, дружок, вам поможет чем-нибудь. Он спортсмен, он обжор, а? Да нет, я спортсмен. Я, если не полетим по полной,
Да какой он спортсмен? Он веселуха, он по дискотекам ходит. Быстрый, техничный и опасный. Ну ясно. Тогда все понятно. Теперь на Лиску можно положиться. А, значит, Лиска нам расскажет, какая страна у нас. Чтобы петь, нужно учиться. Учиться. И где же можно научиться? В Никарагве. В Никарагве. Первый бал. О, круто. Бен Теннисон. Итак, я включаю Омнитрикс, который соединяет меня с принцессами и волшебным феям. Зеркалом. Например, фею можно контролировать. Но они не знают. Они не знают страны, они принцев ищут, а не спортсменов. Правильно принц говорил. Да, они принцев ждут. Пусть они ждут. Да, Зелькоц, подскажи нам, куда этих актеров все равно свою команду отвезти? Какую любую страну? Никарагва. Никарагва, второй бал. Кто разбил зеркало? Мы герои Big Hero 6. Нечего тут в зеркало смотреться. О, привет, герои! Вообще-то мы город героев. О, ну все равно любой человек хочет получить себе подарок. Давай подарок у Беймаксу. Давай, что мы ему подарим? Давай лилии подарим. Ай, лилии, цветочки. А мне тоже нужен подарок. Тебе будет собачка. Ой. А мне? Тоже собачка. А я хотела лилии. Но Бэймакс получил лилии. А мне есть там подарок? Игрушечный танк тебе будет. О, круто! Эхер и Гоготомагот. Вот игрушечная церковь. Колокольчики! Вау! Ну все. За это вы должны выучить рождественскую песню и спеть мне 25 декабря. Ясно вам? Так точно, Дед Мороз. Том и Джерри. Бандито, гангстерито. А мы убиганто, убиганто, бандито. Ну, бандиты. Ну, ничего, мы еще встретимся. Ну, бандиты, ну погоди. Ой, слышали? И волк убежал от бандитов. Том и Джерри убежал от бандитов. Срочно нужно освободить яхту Врунгеля. Бандитов и воров и хулиганов за борт. Ха-ха, Чип и Дейл спешат на помощь. Мы помогли тебе, Врунгель. Отвези теперь наших героев сериала «Своя команда». В Мауританию я могу отвезти их. О, хорошее место для съемок новых серий «Мавритания». Второй бал. Ну вот, помогли Чип и Дейл, молодцы. Я-ху! Ниндзя! Я-ху! Ниндзя! Я умный мальчик. О-о-о. Я с тобой... Давай, я тебя научу быть ниндзей, а ты вместо меня выучи азбуку. Первый, я не ниндзя, я ботаник. Ничего, ботанам тоже надо уметь драться, защищать себя. Я не как Шурик издавал операции, как он дрался. Ну, давай, покажи свои знания. Ладно, хотя я и ботан, ну ладно. Нитки. А, это для девушек. Не, это не для мальчиков занятие. Юрта.
Не, ну туда лучше не надо, там холодно. Игуана. В джунгли тоже лучше не даваться. Муравейник. И в лес тоже лучше не идти. Да. Там нет нигде баскетбольных площадок. Ну я об этом и говорю мальчику умняшке. Спаси нас, ниндзя! Все, я пошел спасать. Битва. Битва идет. Вау, о, заложники спасены. Пираты высажены на Мавританию. Этибал. Зоя, что ты смеешься? Ты баскетболист, ты не из команды Сан-Антонио Спурс. Ну, это моя любимая команда. Там раньше играл мой один из любимых игроков из Латвии. Дэвис Бертонс. Бертонс там играл. Сейчас он в Вашингтоне, но раньше он там играл. Ну что тут смешного? Бертонс тупой. Порзингис лучше. Да как ты можешь говорить такое плохое о таких хороших баскетболистов? Волк, прогони этого зайца! За что ж ты обзывал Бертонса? Ну вот, так тебе и надо, заяц. Пока. Где мой поросеночек? Фунтика я не видел. Да что ты... Не хочу! Не буду! Не буду обманывать ребятишек! Слышала, Белановна, нету твоего Фунтика. Где Фунтик? Нету. Где Фунтик? А, ну нету. Где Фунтик? Да он где все... Заладила она. Бродяжничай твой Фунтик, по свету всему гуляет. Где Фунтик? До свидания, бабка. Какая у тебя бабка? Ну, старуха с усами. Так, что у нас дальше? Это у нас кукутика. Кукутики. Ух ты, а это что? Вокруг света для малышей. Ну я еще маленькая, чтобы вокруг света путешествовать. Да. Без мамы, без папы не могу я. Но мы хотим в Африку, Африку. А есть тут Африка? Мавритания. А, точно. 4-й балл Мавритания. Ну ладно, мы поедем в Африку тренироваться, так уж и быть. Ну а ты хоть азбуку сможешь выучить? Ну, я первый раз я сыграл оркестр. Угадала. Какие инструменты? А сейчас угадайте по буквам. Давайте. Юс. Юс, вау, быстрые машины. Нет. Мы баскетболисты, спортсмены мы. Они быстрые машины. Да, они гонщики. Насос. О, насос нужен. Качать в наш баскетбольный да, мяч. Да, да, да. Никарагуа, 4-й балл. Искра. Искры в глазах должны быть у каждого баскетболиста. Ирак, 2-й балл. Молния Маккуин. Качау. Качау. Нет. Ну, кто у нас там следующий помощник? Следующий фея из Баттербинс кафе. И мы бы с удовольствием... Песни послушаем. Мы 4. Значит, 4. Песня номер 4. По синему морю, по синему морю. Где же это синее море? Зеленой земле. Юкон. Юкон, ладно, пусть есть Юкон. Море. Да, странно. А, Юкон, кстати, 3-й балл получает. Так, мои умизумики. Пора учиться.
Так. Итак, одной девочке одна азбука, а мальчику второе. Да, давай. Ножницы, нитки. Не надо нам это все. Индюк, игла. Так. Юла, юбка. Давно уже юлами не играемся. Муравей, медведь. Ну нет, ни одной подсказки не нашла девочка. Теперь... Хоть мальчик будет. Да, может мальчик найдет подсказку. Молоток. Ну, и что, мы молотком мяч будем бить, что ли? Юла. Вы же сказали, мы выросли с возраста, когда играли с юлой. Индюк. Ну нет никаких индюков на баскетбольной площадке. Ножницы. Ребята, вы бестолочи. Я Бен Теннисон, я Бен Теннисон, я только слушаю песню номер 10. Бен Тен, номер Тен. Сонный Бен Тен идет спать, да, как дедушка Теннисон. Кровать, ох, ну, цыпленок во фритюре. Ой. Мы Big Hero 6, мы только слушаем шестую песню. Да, быстрее ставь, чтобы храп Бена не слышать. Мышонок пусть спит. Ля-ля-ля-ля. Это значит, должен быть солнечный день. Ясный солнечный день. Где у нас тут ясный солнечный день может быть? Никарагуа 5 балл. Ирак 4 балл. Мауритания 6 балл. Круто. Идем дальше. Так. Том, Джерри, я. Окей, I am Tom. This is Jerry. Окей. Jerry, go to the lunatic. Play with us. Так, волк. Ну, где заяц? Заяц только смеялся и убежал. По латышской букве он спрятался. Извините, мне некогда. Сейчас меня... Каток меня раздавит. Все, извините. Я бы с удовольствием помог, но не могу. Ну, Чеп Дейл, ваша очередь помогать. А мы уже помогали. Пусть поможет... Гаечка. Выучить латышскую азбуку. Мама. Божья коровка. Мак. Малыш. Кас мама и матос? Не знаю, наверное, прическа у мамы. Яхта. О, ремень. Яхта. Режиссер на персональной яхте вас увезет. Югон. Пятый вал. Парашют. О, это круто. Опуститься на парашюте. В Ирак. На баскетбольную площадку в Ираке. Четвертый вал. Дом. Нарцисс. Нота. Не, это в концертном зале никто баскетбол не играет. Нужен спортивный центр, а не музыкальный, да, центр. Я, лучшую азбуку ниндзя. Ниндзя пауэр. Нильс. Ниндзя. А, плохая азбука. Ниндзя должен быть.
Иванушка. Я похож на Иванушку? Вы что? Юнга. На Юнгу? А, когда-то я был Юнгой, да. Пятый бал Юкон. Мамонтенок. Да, я, наверное, действительно последний ниндзя. Мамонт ниндзя на земле. Привет, Марио. Хватит играть в баскетбол. Выучи азбуку со мной. О, поиграть с тобой потом можно будет? Баскетбол, да. Окей, я давай. Я не играл еще в баскетбол еще. Давай. Маша. Поиграй со мной. Да-да, мы договорились же. Поиграем. Баскетбол. Да. Мавритания, 7-й балл. Юа. Так. Ини. У тебя не холодно там в лесу? Нет. Ножницы. Ну все. Ну, я тут. Я с кукутик девочкой гуляла. Я вернусь теперь домой. Простоквашино. Ну что, ребята? Эй, ты, актер из своей команды. Эксперт ждет, который умер. Да, мы вам приготовили эксперта. Который мы из гробика доставили. Да? Ух ты! Это что-то интересное. Пойдем посмотрим, ребята. Кто же у нас сегодня эксперт? Я Абрахам Линкольн. Да, тебя же убили. Ну, я вылез из гроба, я новый стал. Помните день, когда был убит? Абрахам Линкольн. Помните? Нет. А страну помните, где был убит Абрахам Линкольн? Нет. Тогда посетите Мавританию. И все узнаете. Странная страна, да? На арабском языке. Ну, о, пальмы вокруг. Пальмы до горы. А там есть где играть в баскетбол? Есть. Столица города Мавритании Нуакшот. А, в Нуакшоте, ну ясно. Итак, новая серия сериала «Своя команда» будет происходить в Мавритании, в городе Нуакшот. Ждите на экранах.